Сейчас все эти твари спекутся. Уходи немедленно. Возьми эту карточку, она поможет тебе выбраться на поверхность. Никуда не пойду, пока не буду уверен, что все эти твари мертвы. Уходи. Ты слишком сильно шумишь. Они могут услышать и прийти. Слушай, оставь меня в покое и иди за помощью. Сегодня 18 октября 2145 года. Рапорт об опасных условиях работы в пещерах под комплексом «Дельта». Мы с ребятами последние дни возились с кабелями генераторов, как приказали. Работу мы закончить не можем. Слишком опасно. Жизнь дороже. Собираем шлем и сваливаем отсюда. Мы их зовем ревунами, потому что сначала они ревут. Сначала тихо, потом громче, потом уже воют. Начинается землетрясение, или как марсотрясение. С ног валимся. По мосткам ходить просто нельзя, а тут у нас оголенные провода. Дураков нет. Ребята от этих воплей просто на иголках. Я их не виню. Таких звуков в природе не бывает. Ужас просто. Если кто-нибудь выяснит, откуда этот вой берется, мы вернемся и все доделаем. А пока давайте нам другую работу на завтра.